Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и как вы видите, чуть-чуть, короче, там пролетело, короче, загрузочный экран. Мы сегодня начинаем с вами проходить Far Cry 4. Многие, очень многие его просили, у меня просто не было, как бы, возможности особой и времени его записывать, но, говорят, игрушка вообще четкая, вообще, говорят, прям, я в первый Far Cry... В первый самый Far Cry я, наверное, играл совсем чуть-чуть, было это незапамятные времена, тогда еще бактерии только выходили из воды, а большой взрыв только намечался. Короче говоря, не играл ни вторую, ни в третью, играл чуть-чуть в первую, сейчас буду играть в четвертую. Аджан, сын мой, Аджай, почему-то нет звука, ну да ладно. Моя последняя просьба. Какая? И кто мне говорит? Верни меня к Лакшмане. К Лакшмане. Лакшмана, это, наверное, какой-то район? Или чего? Немножко не понимаю, ну да ладно. Мистер Гейл. О. Это Чет Питерсон из посольства США в Патне. Касательно вашего заявления на туристическую визу в Индию с дальнейшим посещением Керата. Мы можем только признать ваш статус гражданина США относительно вашего гражданства в Керате. У нас нет данных. Кроме того, я призываю вас воздержаться от поездок в Керат. У нас в Керате нет официального дипломатического представительства ввиду неспокойной террористической обстановки. Поскольку вы намереваетесь привезти с собой останки некой Ишвари Гирим, вам следует иметь при себе паспорт. Эй! Паспорт. О, они нормально говорят. Я думаю, так тихо будет до сих пор. Окей. Короче говоря, мы везем какие-то останки куда-то там, чтобы их положить. Выполняем, так сказать, последнюю просьбу. Короче говоря, мне дали паспорт. Точнее, я его отдал. А что ты мне дал там, чувак? Окей. Так, он что, там взятку какую-то положил или документ? Или что, я что-то немножко не понял. Надо звук прибавить. О, нормалек. Э, куда? Я сейчас двину, слышь, ты, человек. Он, судя по лицу, недалеко ушел от обезьяны, поэтому обезьяна может ему сказать что-то против, прям серьезно говорю. Чч. Че он там замеряет просвет, что ли? Типа тачка заниженная здесь запрещено? Не, ну как бы все логично, сейчас везде запрещают заниженные тачки, потому что они плохо влияют на безопасность дорожного движения. Смотри, смотри, какая вообще заниженная тачка у вас, пацаны, я вас не пропущу. Ну, у нас в стране запрещено. Так, что там происходит? Опа, 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 а что происходит-то? На, нах! Неплохо так. Смотри, двоих уделал, просто черт. А, нет, одного. Меня-то за что? Я вообще тихо, мирно сидел, ничего не делал. Я так понял, меня только что спасли. Смотри-ка, китайцы разговаривают по-русски, нихера себе. Не, ну в смысле, по-английски. Это же как бы перевод с английского, значит они там разговаривают на родном языке этой игры, соответственно, на английском. Англоговорящие китайцы, дай посмотри. Вот, этого чувака я видел, он на картинке от игры, короче. Какой-то очень четкий чувак, похожий на Гульмана. Не знаю почему. Но я его видел. Это рожа у меня знакома. Опа, он говорит, я сейчас тебя застрелю. Я ведь дал четкое задание. Задержать автобус. Они задержали, что тебе не нравится? Да. А ты дебил. Ты все просрал. Вот ты дебил. Я всегда точен в формулировках. Да. Задержать. Расстрелять. Задержать. Расстрелять. Разные вещи абсолютно. Эти слова, что? Похоже? Не по плану. Не, вообще не похоже. Что? Не по плану, значит. Бесит, когда что-то идет не по плану. Простое задание, а ты все испортил! Сука! Чем он ручкой затыкал? Ой, устал, смотри, он затыкал китайца и устал. А у меня теперь ботинки все в крови. Из крокодилей кожи, судя по всему, ботиночки. Ты посмотри, какие четкие. Ладно.
Понятно, нет худа без добра. Дети остались живы. Ну да, спасибо. Вставай. Эти глаза я узнаю из тысячи. Широкие, что ли, не китайские? Прости, я не так представлял себе нашу встречу. Совсем не так. Да ладно, чё, ну всякое бывает. Делегация. Все заждались. Кстати, как тебя звать-то? А это... Дмитрий. М? Твой дружочек? Не, знать его не знаю. Он у тебя тихоня. Прекрасно. Да, он вообще молчалив так-то. Так, неудобно, я планировал все совсем не так. Но что поделаешь, если... Ну да, как бы чё. Если ты кормишь обезьяна, те кидаются дерьмом. Кстати, о, не подержишь? Давай, давай, подержу, очень удобно. Я хочу сделать фото. Селфушечка, нормально. Класс. Вообще отлично получилось, смотри, как четко. Не беспокойся, мальчик мой. Вскоре все забудется. Нас ждут великие дела. Да как скажешь вообще. Отложил все дела ради тебя. Да? Ну ты прям... Мы с тобой подружимся. Оторвемся по полной. А начало-то четкое, прям, смотри. Ради меня чувак отложил свои дела, чтобы мы с ним оторвались. Сейчас будем отрываться. Это прикол какой-то был или что? Нет. Давай привет Эшли, когда поедешь домой. Окей, только это кто? Надо сказать, у тебя тут весьма уютный уголок, Пол. Я ожидал больше цепей, стенаний, но... Думаю, где-то здесь есть темное местечко, где всего этого в избытке. Тебя выдает ухмылка в очередной раз, Деплёр. Деплёр? Давай, сними чертов мешок с его башки. Дайте уже посмотреть-то в натуре, что вы делаете? Во! Аджай, мне жаль, что все пошло так. Поверь, отнюдь не этого я хотел. Да я верю уже. Дубль, знакомство. Аджай Гейл, наш дорогой гость. Пол, радушный хозяин. Ага. Это обезьянка. Как зовут, увы, не знаю. И наконец, я... На П как-то. Эгенин. А, это ты. И что ты хочешь? И правда меня не помнишь? Ну, я тебя сказал, видел на картинке. Совсем никогда обо мне не говорила? Не. Ну. Она даже не знает, что игра такая есть. Пол, дай денег. Да, сколько нужно? Все. Спасибо. Да, так вот. Так, вот это. Не, не похож, не похож. Вот, это пойдет. Это я. Да, да. А я порой сомневаюсь. А твоя мать, с другой стороны, понимала меня лучше всех. А что вас связывает с матерью-то? Воспоминания. Действительно. Последний раз я видел Ишвари лет 10 назад. А, это мать, типа, ну да. Женщины скажут тебе, что любят в тот же момент, но мужчины не такие. Мужчины крепки. Это да, просто так не вытравишь. Только когда уже поздно. Ай. И когда твоя мать решила бежать в Штаты, прихватив и тебя, я винил только себя. А ты батя, что ли, мой? А потом я понял, что я ни при чем. Нет. Все сраный золотой путь. А, и за что ты его... Сучьи террористы. Разрушают все. Вот полностью согласен. Тебя не учили, что слать смски за едой неприлично? Ах ты, сучка, это правильно. Ну-ка второй ему воткни еще. Давай телефон. Ребята, это надо проверить. А, со мной Аджай Гейл. Ой, как мило. На помощь. И этот смс. Такой ты наивный вообще, бля. На помощь смсками. Надо было кричать. Ну? Сейчас мы с тобой над этим работаем. Вот, давай, бышка, ну, учитель. А это кто, зови. Батя мой или что? Зови на помощь. Ну, крикни там. Во. Жалкая попытка. А ну, зови. Помогите. Давай всерьез. Да ты ему легкое продырявил, как он тебе? На помощь! Ч-ч-ч-ч-ч. Послушай. Не.
Друзья за тобой не придут. Я обхрикнул как следует. Ну-ка, это, дай я хрикну. А ну допросите его. Только не втыкай мне ничего. Террористы. Ну? Ну? Так, прошу, подожди меня здесь. Рекомендую Рангун. Рангун? Терпение, я скоро вернусь. А это подписано там на столе? Подожди. Подожди, подожди. Чувак, какой Рангун? Как он выглядит? Правильно, прах бери и валим отсюда нахер. Будем хоронить матушку, где положено. Я так понял, короче, это либо мой батя, либо отчим. Короче, он влюбился в мать. Мать свалила, короче говоря, и все. Поняли, нет? Вот в этом весь прикол. А, задание возвращения Хёрка будут доступны в выполнении Нагорная проповедь. Ну окей, что мне делать? Я могу прыгать, это уже хорошо. И Far Cry мне 60 FPS выдает. Ха-ха, это вообще замечательно. Понял, нет, четвертый Far Cry 60 FPS. А ты говоришь, у меня ноут говно. Нет! Будешь знать, как мой ноут обсирать. Так, что делать надо? Надо кого-то убить? Или чего? Опа! Задание фермы Яков будет доступно в исполнении. Задание ключ к северу. Окей, это я понял. Так, подожди, он мне сказал, попробуй какую-то херню. Во, денежки надо спереть. Что за херня? Я деньги? Я тебе говорю, вообще не похож на доллары. Дай возьму эти тугрики. Дай сюда. О, 600к, нормально. 1600 у него с собой теперь. Кровавый рубин. Да я понял все эти твои рубины кровавые. Куда идти-то? Эй, мужик! Вернись! Как тебя, пинг, хиринг, дай я тебя проверю, до Яндекса пару раз пингану. Кого-то мучают, ой, там что-то блестит. Ну-ка, иди сюда. Чё это? Удерживать, обыскать. Визитка. Патрон для пистолета X7. Ох, нихера себе денег сколько нашел. Неплохо так. Вообще замечательно. Так, надо с резкостью поиграться мышки, немножко непонятно, что происходит у меня. Немножко неплохо. Памятка АК, усиление активности Золотого Пути. В последнее время в окрестностях Банапура наблюдается рост активности Золотого Пути. В ответ на захват партии оружия и припасов, предположительно предназначенных для Золотого Пути, мы усилили контингент на своих южных погранзаставах. Всем конвоям и патрулям приказано находиться в состоянии повышенной готовности к действиям террористов. Сержант Мишра. СК отмена. Окей. Или что, надо было не отмену нажать? А, не, просто это типа прочитать. Ну, я понял. Так, резкость мышки надо наладить. Наладил. Представляешь, наладил, короче говоря, все, теперь четко. А, слонобой теперь можно купить в магазинах, как только вы прибудете в деревню Банапур. Хорошо. Так, кого тут, кто тут? Парится кто-то или что? Тут, походу, кто-то пытается сварить человека сваркой. Но это как-то не очень приятно, судя по звукам. Ну да ладно. Так, опа, что это? Газетенка. Памятка АК, трансляция из колокольни. До нас дошли сведения о недавней попытке саботировать вещание с колокольни около Банапура. До следующего уведомления все колокольни будут взяты под охрану. Крайне важно, чтобы слова нашего великого вождя слышал весь Керат. Да прольется свет Пейгана Мина на всех вас! Министерство общественных дел и социальной гармонии. Социальная гармония — это неплохо. Ручной пулемет перфоратор. Окей, давай я это открою, пожалуйста. Визитка из банка, патрон для пистолета, 10 970. Нихера тут деньги зарабатываются, прикинь. Тебя похитили террористы, ты сразу стал, короче, сказочно богат. Кабели. Еще 10 000, да что ж ты будешь делать-то? Мачете мясника будет доступно. Да вот сраные эти дополнения, короче, вообще не к месту постоянно. Все эти сизон херизон паки хераки, как их там называют, все эти предзаказы. Жопа, короче, дай пройду. Пол, вилка, значит, ладно, а ведь мы можем быть намного хуже. Давай-ка поговорим. Это кто с кем разговаривает? Давай-ка посмотрим. Черт! Я должен быть уверен, что ты понял, чего я хочу. Они мучают этого другаля моего, да? Ты понимаешь, почему? Ты сейчас здесь. А я герой. И значит, не хочу делать тебе больно. Я хочу выслушать. Ты знаешь, все говорят, что я умею слушать. Просто скажи мне, кто твои друзья? Что они задумали и когда? И обойдемся без... Че он от него хочет-то? Дыши. Мы знаем, что ты здесь шпионил. А я типа глава какого-то Золотого Пути, что ли, или что? Надо послушать повнимательней. И что Золотой Путь хочет от него? Приветик,
Слушай, я на встрече не могу говорить. Да, у нас тут все... Нормально у него встреча. Я так понял, это стекло, короче, меня не просвечивает. Ну ладно. Короче говоря, нас захватили. Это плохо. Воу, 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 воу. Я Сабал. Ага. Из Золотого Пути. Спасибо, спаси там другана. Мы друзья. Я знал твоего отца. О. Мы спасем тебя, сын Махан. Значит, этот, короче, не батя мне. Для нас сейчас главное вытащить тебя отсюда любой ценой. Дарпан бы понял. Понято, погнали. Пойдем. Давай, давай, я только за. Дверь за собой надо закрывать, правильно. Блин, нас заметили. Туда, быстро! Ну, если бы мне дали поуправлять, я бы сделал это быстрее, поверь. Как только открою дверь, пригнись и беги к грузовику. И как можно быстрее. Окей. Понял? Да. Да, я понял. Раз. Давай. Два. Три. Ёлочка, гори, понеслась. Давай быстрее, ну. Пригнись и беги. Мне не дают управлять. Вперед. Как там, на С? Воу. Где цель-то моя? А вон она, грузовик. Ой, а тут прыгнись, говорит, и беги, а тут мне показывают shift, говорит, нажми и беги. Вы уж определитесь, мне пригнуться или бежать. А что происходит? Ничего не понимаю. Поехали, шеф, давай. Давай, плачу, короче, сколько угодно, довези меня быстренько, красавчик. Погоня мяса. Ух, вот это веселуха. Я херузы. Где? О, в кого стрелять-то? Нихера себе! Вы чё, туристы? Ну-ка! Первые фраги. First blood. Погнали! Кто в меня стреляет, сука? Чё ты там сомневаешься? Я сейчас тебе голову прострелю. Никогда не вздумай во мне сомневаться. Воу, воу, парень, 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 ушел. Да подожди, я попасть не могу, нихера. Да я не попадаю в него, чувак. Все, я попал в него. Воу, нихера себе, здорово, пацаны. Подожди, не ори на меня, я не могу стрелять, я не привык еще. Ну не нахер, черт сраный. Следующий. В спину, сука, как собаку тебя постреляю. О! В спину, да я вижу. Дай маленько придрачусь к пушке маленько. Ушел отсюда. Я сделал все, что мог. Я ничего не знаю, я не виноват. Меня сразу в пекло кинули, я даже стрелять не научился. Я могу только нажимать на правую кнопку и на левую, целиться и не стрелять. Это вообще основная моя фишка. Я целюсь, но не стреляю. Я всегда думаю, что можно найти позицию получше. В итоге я разбиваюсь на грузовике, и мой друг, который водила, помер, наверное. Нам не насрать. Аджай, слышишь меня? Прием. Аджай Гейл, слышишь, нет? Чувак, по-моему, помер немного, тебе не кажется? Прием. Алло. Слава Кире. Ага. Это Сабал. Где ты? В лесу. Дерьмо. Водитель мертв. Так, слушай сюда. Оглянись, где-то рядом должна быть вышка. Отправляйся к ней. Мы как раз туда пробиваемся. Идти к вышке. Понял. Ты справишься, Джей. Само собой. Я же главный герой игры. Отлично, контрольная точка, доберитесь до колокольни. Хо! А как атаковать-то? Опа, спокойно, тихо, я тут не один вообще. Ты что, можно вскрыть, нет? Опа, я что-то подобрал. Что подобрал? Как оружие менять? Деньги, все нормально. Как атаковать сраным мачетом-то? Эй, подожди. Во! А индикатор обнаружения показывает, насколько враги могут вас заметить. Если шкала полностью заполнена и мигает, значит вас заметили. Нажмите Т, чтобы бросить камень и отвлечь врагов. Нажмите С, чтобы присесть, так вас будет труднее заметить. Обратите внимание на значок в правом нижнем углу экрана. Правый нижний это вот тут. Так, смотри, значит белый. А, если шкала полностью заполнена. Все, понял, давай, нажмите Т, чтобы бросить камень. Да нахер иди, понял? Ну-ка. Я, по-моему, в голову камнем прописал. Воу, 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 спокойненько. Это просто жуткое недоразумение. Иди туда. Мы все уладим. Ща я его пырну, короче, мачетом. Ха! Так-то. Да вообще не буду я прятаться. Где следующий? Я их не вижу, нихера. Врагов надо отображать более четко.
Так, ну тому я сейчас голову снесу, ладно, само собой. Он тут один или сколько? Как понять, сколько у меня врагов? Прям вообще не терпится тебе, да, чувак? Ща, подожди, я подойду тебе терпение, перезаряжу, перезагружу. Будешь еще терпеливее у меня. Где ты, сука? Ты куда он пропал-то? Чертила. А, вон его сраная шапка. Сука, не попаду. Да подожди, стой на месте, чувак, мы так не договаривались. Где, сука? Беги! Прячься! Оп, ой-ой-ой, не работает пряталка моя, спокойно, пацаны. Оп, не попал. Попал, смотри-ка, попал почти. Где следующий? Опа, это не то. Так, они меня потеряли, все, отлично. Хорош. Я ушел, да? Не стреляют, суки, куда-то, значит, не ушел еще. Так, давай-ка. Хорош! Следующий... Чертенок! Где мое здоровье? Так, я что-то обыскал, нихера себе. Пакетик на... Я нашел пакетик, поняли, нет? Пакетик нашел. Как подобрать автомат? Я все патроны с него забрал. Я нашел пакетик, представляешь, пакетик. Что могут узкоглазые бандиты таскать в пакетиках? Скажите мне... Еще один где-то? А где он? Ты не на карте вообще какие-нибудь отображаются, нет? Куда я никуда не ухожу, я даже с управлением не разобрался. Уходит, уходит. Вот пристали еще. Ти-ти-ти-ти. Киратские, королевские. Неплохо. К-к. Чуваки, вы где? Ну-ка надо... Эй! Где башня-то? Вон туда. Пойдем. Ну ладно, сейчас, короче, разберемся. Я так понимаю, у нас первые 3 серии вообще, наверное, и может 6 первых серий уйдут на то, что я придрачусь маленько управлению. Че ты не берешь автомат, он же мигает мне. А, тихо, что там нажмите F? Ты нахер в автомат-то пинаешь, дурак? Если взорвется. Вот дуралей. Че там было написано на F-то, подожди. А, да и нахер отсюда. Я думал, он мне что-то с автоматом, он говорит, нажмите F, чтобы тело подобрать. Зачем мне мертвый узкоглазый парень? Я и без него неплохо смотрюсь. Да когда же писца на голову натягивают, а здесь мне предлагают вместо писца натянуть пацана. Так, 680 метров. Это... Опа! Хорош, вот я твою рожу-то запалил, все, я понял. Сейчас смотри, короче, как делаем. Сейчас делаем, короче, вообще сказочно. Сейчас вот туда его, короче, сейчас надо разобраться, сколько их тут. Буньк! Вот так сказочно и делаем мы. Никто не стрелял, чувак, о чем ты думаешь? Спокойненько. Я спрячусь за деревом, так же можно? По стелсу работать вообще неплохо. Так, надо как-то приманить пацанов. На, пацан! Иди, иди за камнем. Ну, вон туда, пацаны. Чё-то насрать всем, короче. Ну вы ублюдки, что ли, какие? Вон камень полетел, идите к камню. Граната! На них это тоже не работает, я кричу им, граната, они не боятся ее. Где эти черти-то? Опа! Заткни! Я запалил его или что? Где он? Тихо, пойдем по кустам. В кустах меня не заметят. Да не скрылся я тут, дебил! Где он? А, вон они, суки. Не, ну я разве это раз... Да, ты смотри, что делаю вообще. Беспредельщик прям. Смотри, что вытворяю. Просто на раз вообще двоих снес. Не, ну правильно. Я же выбрал самый легкий уровень сложности. У меня же не попало, по-моему, загрузочный экран в это все дело. Так вот, вы же знаете, что это шутер, а в шутеры я играть вообще абсолютно не умею, поэтому я выбрал самый легкий уровень сложности, чтобы у меня не было проблем вообще никогда с этим делом. Чувак, дай мне все, что у тебя есть. Пакетик! Зачем мне нужен пакетик? Я надеюсь, мне потом объяснят? Ну, надеюсь, объяснят. Ладно. Иглы для инъекции. Вот иглы для инъекции, я понимаю для чего. Чтобы сделать себе инъекцию. Какую-нибудь, наверное, там от боли или еще что-нибудь. Нажмите кнопку... А, среднюю кнопку мышки, чтобы бросить гранату. В кого? В воду? Я не хочу бросать гранату в воду. Граната — это ценный ресурс, наверное. Чуваки! Где все остальные-то?
Это шутер, пацаны. Это четвертый Far Cry. Выдает 30 FPS. На местности, ты понял? На открытой местности выдает 30 FPS. В здании 60. Это ноут. Ноут такой классный, представляешь? Доберитесь до колокольни. Я еще не добрался. Что мне обновлять задание-то? О, какие-то птички, короче, гогочут, представляешь? Огонь вообще. Они что-то жрут. Уйди! Это мое! Я сожру оленя. Да? Эй, фу, это не шкура, дебил! Чтобы сделать приманку, освежуйте... освежуйте любое животное, удерживая Е. Откройте селектор оружия, удерживайте 1, 2, 3, 4, Q, и выберите приманку, нажав мышь. Бросайте приманку с помощью средней кнопки, чтобы приманить хищников в эту область. Окей, понял. Короче, будем охотиться на хищников. Вот сейчас 60 FPS, понял? 60 FPS, вот 30. Посмотрел туда 30, сюда посмотришь 60. Красава вообще. Ноут мой просто вообще четко себя ведет. Он просто дает мне поиграть с полной выкладкой в Far Cry 4, ты понял? Опа, ну-ка, сука! Сейчас застрелю тебя, нежримого оленя. Или это что-то баран вообще? Так вот, это не шкура, ни хера, он... Да ладно. Где? Опа. А, вон он, сука, пошел, понял. Найдешь, конечно, конечно найдешь. Бросайте приманку, чтобы привлечь хищников и посеять хаос среди врагов. Так. А, подожди, нигде не сижу. Так, приманка где? Вот. Да ёб ты тебя налево, чувак. Я хотел попробовать приколюшку, а ты так делаешь со мной. На приманку там, хищники, бегите. Где хищники? Где хищники-то, я не понял? Хищники пришли или нет? Вау, сука! Тебя должен был медведь убить! Ой, ой, попал! Попал! Ха-ха, конечно, попал! Да где хищник-то? Птицы не могут убить солдат. Птица это не хищник. Опачки. Гранаточку нашел. Так, окей. Как мне... приманка заблокирована, граната. Да где ты, сука, кричишь так? Бей, бей, сейчас я тебя сам ударю, понял? Не, вон, головенка твоя сейчас слетит. Ты понял, нет? Прямо на расстоянии было милипусечку прямо от камня до головы. Я попал в эту милисиську прям четко. Это означает опыт. Фу, голова. Нихера себе. Это означает опыт и стрельба без лагов. И Far Cry на 60-30 временами в FPS-ках дает о себе знать. Вот так-то. Поехали. Так, что, мы добираемся до колокольни. Ну окей, осталось 400 метров. Я только 200 метров прошел. Ты понял, я недавно спрашивал, 690 метров это далеко или нет? А прошел, короче, вообще ни о чем прошел. Нихера себе, целый километр почти идти. Кто там еще есть, где нет? Вон! Типа, сейчас, короче, хищников приманю. Смотри, я нажимаю цифру 1, выбираю, короче, приманку. И, короче, на среднюю кнопку кидаю ее в толпу, чтобы посеять панику среди врага. И в это время, короче, я вытаптываю вообще всех. Так, надо как-то поближе к ним под... Поближе к ним подползти. Давай попробую кинуть куда-нибудь ее. Вон, он докинет, нет? Ну смотри, он кинул на камень ее. Может, кто прибежит? Воу, хищник! Что-то какой-то херовенький у меня сумон. Да он, смотри, они сейчас его убьют все. Воу, чувак, ты медведя не должен убивать. Дурак, я панику в тебя посел. Да что делаешь-то вообще? Эй, чертоган, ну-ка стоять. Убей его. Вот это у меня сумон. Ты посмотри. Я четкий вообще призыватель. Убей всех, медведь. Я потом с тобой поговорю. Так, что это у нас тут? А, используйте F-атаку, чтобы ломать предметы. На. Что-то мне кажется, этот предмет нихера не ломается. Да что сломать-то? Подожди, где? Во! Серебряный браслет нашел, ты понял, нет? Да кто тогда в меня? Вы медведи должны убивать, а не меня, собаки. Вот, суки, смотри, вообще их ничего не берет. Уйди отсюда!
Да что ты какой живучий-то, черт? Где еще? Все, посеял панику, прикинь, панику посеял, короче, все умерли. Красавчик, я дай мне шкуру. Эй. Возьми шкуру дохлого поросенка. Опа, кто-то бежит, смотри, по карте вижу, кто-то бежит. Ты куда, чувачок? Неужто ты думал ко мне незаметно подкрасться? Здесь стелсом могу только я играть, понял? Я главный герой, а ты никчемный человек вообще. Во, ребят, не помешаю? Я немножечко просто вас полапаю, как бы вы друг друга лапаете вообще без проблем. А я вас тоже немножечко по жопе там пощупаю. Окейушки. Не, ну неплохо, смотри, приманка, короче, с медведями работает вообще на ура. Они могли меня пострелять, как собаку некрещенную, но я воспользовался с приманкой и убил их всех. Почти. Ну, трех я вручную... И это чего? Привет! Ты чё такой агрессивный ты? Хорош! Ты меня укусить хочешь? Может его съесть? А это открывается, нет? Это не открывается, да? О! Шкура медведей! Да успокойся ты, я тебе сейчас глаз прострелю! Здесь как-то в дома-то можно заходить, нет? Что-то не пойму ничего. Так, а где ножная атака у меня как ее сделать? Или я только ножом теперь могу драться? Я хотел ногой. Во. Патрончики. А, во. Он вниз бьет ногой, вверх, короче, ножом. Нормально. Ну-ка. Не открывается. Так, это, бельгийский редкий тигр. Хочешь, я тебя выпущу? Надо его, короче, выпустить и убежать. Тогда все будет нормально. Подожди. Да подожди, я тебя сейчас выпущу, не бей меня, дурак. Во, все, вали. Ха-ха, беги, ты свободен. Пока. Ты видишь, какой ты агрессивный, а я добрый. Да стой ты, собака. Кошка, точнее. Ты прыгнешь сюда? Вах, нихера себе, ты что делаешь? Эй, одумайся, сука. Ты смотри, какой агрессивный монстр мне попал, я чуть не съел. Но он хищник, я так понимаю, не нужны там с них припасы всякие, правильно? Во. Шкура, короче, белого тигра, она вообще на черном рынке довольно-таки это. Шкура мопса или кого там? А где тут приманка? Он ее сожрал, что ли? Сучоныш. Оставил меня без моей законной приманки, ты представляешь, собака, нет? Ну, вообще. Ну, красавчик, просто молодец. Мне определенно нравится эта игра, только я пока ничего не понимаю, шутер шутером. Может быть, здесь есть какой-то сюжет там, который потом в конце меня за него в жопу порвут за то, что я кого-то убил или что-то. Напоминание. Я наняла вас для того, чтобы вы доставляли мне сильных и здоровых зверей. Мои подданные приходят на арену не за тем, чтобы видеть, как слабых искалеченных животинок добивают из жалости. Они жаждут зрелища крови, которую проливают равные по силам соперники. Они проигрывают деньги на пари, но уходят с улыбкой. Так что или вы предоставите мне животных, достойных арены Шанат, или в следующий раз толпу развлекать будете уже сами. Слава королю Мину, Нур. Так, второй король появился, понял. Все, два короля, это автоматом, короче, война какая-то, аптечка. Потому что король либо один, либо война. А так как здесь второй король появился, я так понимаю, здесь война. А я до сих пор до короля... Опа, что это? Ну-ка, открой мне вот эту. Да ты дурашек какой, сука. А, это типа... Что там было написано? Взобра... А, не. То есть это не открывается, я так понял. А куда ты хочешь забраться? На крышу? Да ладно! Нихера, тут вообще по стелсу можно неплохо работать. Давайте тогда здесь мы остановимся, вот на этом прям месте. Вон, я так понимаю, колокольня. Вон до нее надо, ну да, добраться. Такая вот, представляете, вообще четкая, неплохая, прям замечательная, я бы сказал, игрушка под названием Far Cry 4. 4. Идет, не тормозит, пока все нормально, русский на уровне, там все дела. И мы с вами выполняем первую миссию. Я так понимаю, что я ее буду проходить просто тупо по миссиям, я не знаю, как там будет дальше, какие-то дополнительные или что-то, я в этом не особо разбираюсь. Мое дело просто пострелять, мое дело поугарать, мое дело повеселиться, мое дело найти какой-то путь. Я так понимаю, где-то там, до колокольни. Ну, наверное, да. Где-то вон там, наверное, этот путь будет проложен. За сим все, наверное, да? Или не все? Я даже не знаю. Давайте подойдем к контрольной точке какой-нибудь. Аджай, мальчик мой, ты занят? Я тебе не помешал? Да не.
Ты превосходный слушатель. Я классный вообще. За крабовый рангун я не обижаюсь, о вкусах не спорят. Ну да. Тебя должно быть порадует, что мы казнили повара за профнепригодность и убили всю его семью. Вот это правильно. В следующий раз все будет иначе. Обещаю, больше не велю похищать звезд странных кулинарных телешоу. Спасибо, вот на этом удружил, короче. Как там его, Пинг зовут? На этом ты просто молодец. Как мне туда залезть-то? Здесь что ли где? Да залезь ты наверх, что, дурень что ли какой? Главный упор к скале он не забирается, а тут, пожалуйста, вам. Взял и забрался. Короче говоря, мы с этим братюней вообще другали будем, судя по всему. Он будет со мной связываться, говорить мне «Привет, короче, там все дела». А я в это время буду убивать его солдат. По-моему, довольно-таки все равноценно и прикольно. Но ты орешь-то, дурень. Сейчас хищника позову, будешь на меня орать. А можно убивать козлов? А, из них только приманку можно делать. И, наверное, шкуру какую-нибудь, да? Я, интересно, шкуру-то вообще подбирал, не подбирал. Мне написали, короче, нажмите это, чтобы сделать приманку, по-моему. Так, козел, стой. Опа, я тебя подбил, да? Стой! Сука, не попал по нему, представляешь? А что тут мигнуло? Или мне показалось? О, это что за херня? Стой! Стой, пацан! Во! Контрольная точка. Короче говоря, все. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Заткнись. Подписывайтесь на... Да я тебе говорю, заткнись! Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, в которой мы, наверное, доберемся до колокольни. Не гарантирую, но постараюсь. Все, всем пока. Раньше здесь был мат...